Сегодня мы вновь затронем тему натуральных целебных смесей и расскажем о полезном составе на основе клюквы, чеснока и меда. Удивительное свойство клюквы, в том числе при сушке, она не теряет питательных веществ, находящихся в ее составе. Содержание витаминов А, С, Е, К, группы В, кальция, фосфора, натрия, калия, селена, магния, пектинов, глюкозы и кислот не снижаются по сравнению со свежей ягодой. Таким образом, использование клюквы универсально. Она укрепляет иммунитет, улучшает метаболизм, предотвращает преждевременное старение, защищает от вирусов и инфекций, лечит цистит, благотворно влияет на сердце, сосуды, предотвращает появление холестериновых бляшек, снимает воспаление и помогает при псориазе, золотухе и лишае. Чеснок – уникальный овощ, обладающий богатейшим химическим составом. Антиоксиданты, витамины, минералы, аллицин действуют на наш организм сразу во многих направлениях. Благодаря этим элементам чеснок борется с развитием онкологических заболеваний, изгоняет паразитов, снижает уровень плохого холестерина, уничтожает патогенные бактерии, улучшает метаболизм железа и защищает сердце. В составе многочисленных лечебных смесей мед значительно усиливает действие остальных компонентов. Для приготовления чудодейственной массы 200 граммов очищенного чеснока и 1 килограмм клюквы измельчаем в блендере и добавляем 500 граммов свежего меда. Настаиваем в течение суток, после чего принимаем по 1 чайной ложке 3 раза в день после еды. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.